Добро пожаловать на канал Hardware Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy M14. И сейчас мы разберемся, как раздать портативную точку доступа на данном девайсе. Итак, для начала мы смахиваем шторку сверху вниз дважды для открытия панели управления. После чего ищем здесь кнопку «Точка доступа», нажимаем на нее. И таким образом выключаем Wi-Fi. И таким образом точка доступа активируется. Чтобы ее настроить, зажимаем кнопку «Точка доступа». И здесь у нас есть название сети, пароль, который можно настроить с помощью синей кнопки. Все это можно поменять, безопасность можно выключить на открытый, и тогда пароль не понадобится. Вернете безопасность, сразу же вернется пароль, который был самым последним. Нажимаем «Сохранить». Также можно поделиться QR-кодом. На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!